Итак, друзья, всем привет, меня зовут Саша Джаггер. Еще один интересный, такой же неформальный и такой же автозвуковой обзор на моем канале. А что вы знаете про такую квалификацию, как SQ? Я не знаю, как этих людей назвать. Эстеты. То есть вот SQ, эстет, ну, даже как-то на созвучие. Ну и, собственно, сегодня у нас на обзоре будет сабвуфер 12 от DL Anaconda. Вот, заявлен он как SQ, посмотрим его визуально, послушаем его обязательно в приближенной к SQ системе. Бам! Что сразу бросается в глаза? Это двойной подвес. То есть, знаете, чем-то напоминает Alpine R-ка. Кто еще из олдов, например, кто помнит эту модель, вот, там тоже был двойной подвес, но был плоский диффузор, то есть если здесь мы видим колпак, то там он был просто плоский. Корзина, кстати, там тоже была интересно сделана. То есть там магнит был спрятан, скажем так, под корзину. Итак, друзья, после прослушки вот конкретно вот этого сабвуфера в, скажем так, формате ZA с компонентной акустикой, со всем вот этим вот настроенным, скажем так, конфигом, я могу сказать, SQ вот лично не для меня. Вот я, наверное, еще не вышел из того возраста, когда хочется, наоборот, всем кричать, какая у тебя громкая музыка, какая она у тебя классная и так далее. Такой вариант имеет место быть? Мне кажется, имеет, чтобы засунуть его там, например, куда-нибудь в стелс, в крыло и так далее. SQ это, скажем так, для повседневных именно машин, не для корчей, это очень удобно, то есть это может быть как и качественно, так и громко, отыгрывать лучше каких-то SPL-ных сабвуферов в конкретных вот ситуациях. Например, мы сравнивали, как играет вот эта вот Anaconda, сравнивали с Мачете. То есть в тех же самых условиях, закрытый ящик, те же самые настройки. Это долбит лучше. Оказалось бы, SQ номинал меньше. Вот. Но в целом, как бы, это имеет место быть. Это должно быть для разнообразия. Потому что, скажем так, не каждый захочет себе ставить в систему там огромные там сабвуферы с огромной магнитной системой и так далее. То есть вот как раз-таки вот этот вариант для быстрого баса, для закрытого ящика. Дуть не будет, но потрясет. То есть пятками вы бас почувствуете. Вот.